Екомаркет. Заправляемся. И тут смотрите, что есть. Раздельный сбор мусора. Я, как свежеиспеченный борец за раздельный сбор мусора по возможности, прям хэппи с этим. Что там? Что там? Что там? Все пустое. Омывалка. Вот что говорит, ну прям ЕКО, похоже, станет моей любимой заправкой. Так, антифриз мне надо потом купить будет. Да, туалет типа с помощью для тех, кто малогабаритный. И типа раковина и даже сушилка, но все настолько прям грязное, что не хочется здесь ничего трогать. Обычно здесь пишут, какой адрес, но непонятно. Короче, это прямо напротив знака Тульская область, по трассе М4, заправка в сторону Воронежа. И напротив он еще один Лукойл. И, конечно, гадость, адская очередь, грязище, но хотя бы есть раковина в туалете. В общем, бое. Так, обзор туалетов в основном на Лукойле. Это прям лакшери. Рукомойник, сразу сушилка. Туалет для мальчиков, для ограниченных возможностей. Я иду в туалет для девочек. Здрасте. Не очень чисто. Но будем надеяться, этот почище. Так, мы выяснили штуку, если приезжаешь на заправку Лукойл, и в один чек, помимо заправки, ты еще берешь 5 товаров, то тебе начисляется, в общем, нам начислили 25 тысяч баллов, и на следующую покупку у нас будет, на следующую заправку у нас будет скидка 245 рублей, а 5 товаров мы купили воду на общую сумму 150 рублей, то есть выгода 100 рублей плюс вода. В общем, это очень круто, так что эта заправка Лукойл нас порадовала, и круто, что здесь персонал прямо говорит о том, что такие бонусы, как сэкономить и получить больше баллов. Так что спасибо заправке. Не знаю, надо будет снять адрес. На улице сниму адрес, чтобы понять, что вообще за заправка. АЗС Воронежская область, 589 километр. В общем, 36712, мы здесь. Это прям хорошая заправка, добрямся. У нас очередная заправка. Я только что рулила. И мы сейчас решили подразмяться, потому что что-то затекло все. А сейчас расскажу, что это за заправка. Так, у нас новая. АЗС 36720, Воронежская область, 720 километр трассы Дон. Вот, тоже большая заправка. Кафешки. И даже вот это еще работает. Вау-вау. Что тут есть? Детская комната. Закрыта 7 часов вечера. Кафешки. Так. Шопиться мы сейчас не будем. Сходим в комнату. И потом разомнемся, подышим и поедем дальше. Тут даже есть комната матери и ребенка. Вообще лакшери. Мужской, женский. Так. О, даже зеленый. Вот этот сломанный, что ли? Вот этот сломанный. Открыт. Более-менее чисто. Бумаги ни хрена нету. Печаль. Вердикт. Заправка хорошая, но туалетной бумаги нет в туалете. Это, конечно, печаль. И вокруг дайсонской сушилки для рук все заляпано брызгами, мыльной воды тоже не убирают. Но в целом неплохая заправка по этой трассе бывает прям хуже, но это прям вот, одобряемся.
ресторан «Золотые дуги» нас манит к себе. Я надеюсь, он работает. Ёперный балет, он не работает, да? Голодные люди. Нет. Спасибо. Ну, и мы все-таки добрались до еды. Иван Александрович. Туман. Туман меня убил. Очередная заправка «Лукойл». Наше сегодняшнее, нынешнее путешествие под этим брендом заправок проходит. И тут вон вообще какое-то супер столики. Видимо, летом что-то происходит. А мы сейчас пойдем выпьем кофеечку. И поедем дальше. Осталось 190 километров. Осталось 190 километров. Очень хочется спать. Пока я, значит, выкладывала видюхи про туалет на заправках «Лукойл». Пока я выкладывала видосы с туалетами на автозаправках «Лукойл» по дороге нашего путешествия, мне уже прилетело, говорит, что сюда ужас, зачем выкладываешь туалеты, поэтому, дабы не смущать людей, сами виды туалетов выкладывать не буду. Но поделюсь, что на этой заправке туалет прекрасен. Он чистенький, там есть для мальчиков, для девочек, для людей малогабаритных. В общем, комнаты матери и ребенка нет, но все очень чисто. Сами кабинки широкие, чистенькие, пахнет, правда, хлоркой. Ну, все миленько. В общем, лайк. И это у нас АЗС-26-099, Ставропольский край. Минераловодский район. Happy New Year в магните Минвода. Сейчас мы закупим немножечко что-нибудь поесть. Нам не нужен. Какая-то миллион подарочной дребедени. Ой, плохо пахнет. Мыльно-рыльное ты хотел. Магнит прям как Ашан у меня в районе. Огромный, просто огромный. Ну что, мы доехали из Москвы в Тельсков и заселились. Сейчас буду снимать следующий видосик по тому, как мы тут живем и как выглядит наша квартира. Она очень симпатичная, поэтому буду советовать ее всем. Ну а в целом мы доехали чуть больше, чем за 20 часов. Были втроем три водителя, я и два моих друга. И, надо сказать, доехали очень хорошо. То есть был периодически туман, из-за которого было сложно видно. Но в целом гололёда нет, все прекрасно, хотя, когда я после новогодней вечеринки шла домой, был прям в Москве очень сильный гололёд, а трасса М4 прям прекрасная, хорошая,
Вот, сходили, зашли еще в между Пятигорском и Минводами в Магнит, закупились там едой, но, к сожалению, были проблемы с мясом. Я купила только одну упаковку мяса Indy Light, а все остальное было там не очень съедобное, мы решили не покупать. Обещают вечерние скидки с 9 до закрытия, но магазин работает круглосуточно, поэтому скидок не вижу. Но вижу заветренную мясную продукцию за не самый дешевый прайс. И не было в Магните яиц. Вот. А так, в общем-то, мы там все закупили, достаточно большой Магнит, так что если кто будет ехать по этой дороге мимо, то советую заехать, там можно прям в дорогу купить еды. Вот так вот. Ну, а с вами была Анна Кафырина. До встречи в следующем видео. Приезжайте в школе. Пока-пока.